Привет всем, Алекс. Субботний дождливый день в парке. Мне так нравятся вот эти кленовые листья. В Рашке их, кстати, вроде бы вообще нет. Там в отдельных местах. А здесь они повсюду. Воздух после дождя всегда свежий, а в парке тем более. Чудесно. А вот местные голуби, они вообще не похожи на тех, что в Рашке. Они здесь какие-то такие большие. Вон какое дерево. Люди, как всегда, с собаками гуляют по парку. А я иду после занятий, не помню, как называется, но что-то типа аэробики, зумбы. Надо где-нибудь присесть, отдохнуть. Так, скамеечку найти. Какое интересное дерево. On the side gate, you know where the turnstile is. But basically, I'm in the street next, and it's a Кстати, собаки здесь
абсолютно не агрессивные, бегают без намордников, без поводков, ни на кого не нападают. Но это, как говорится, какая страна, такие и люди, и такие и животные. То есть то, что собаки-вражки нападают на людей, это о чем-то говорит. Почему на Западе собаки не нападают на людей? Вон бежит собака. Ох, какой величественный дуб. Или что это? Какой красивый. О, белочка. Белочка, привет. О, две. Голодные, да? Классно, что в таком большом городе можно прийти отдохнуть в парк. И здесь вон какой большой водоем. Это пруд. Но я туда не пойду, я уже в прошлый раз был. А что это там за желтая такая в форме груши? Или... А, это формы... в форме тыквы. Сколько там птичек. Сколько канадских гусей. Привет, канадские гуси. Ой, на севере тут. Что ты ругаешься? О, а там какие-то другие птицы. Как вас много. Надеюсь, не нападете на меня. Ты что, кушать хочешь? Так, а вот эта птица, я забыл, как называется. Напишите в комментариях. Не помню. Тоже какие-то водоплавающие, судя по лапам.